Здравствуйте. Доброго здоровья. Доброго здоровья. Доброго здоровья. Доброго здоровья. Вчера на прямом эфире был задан такой вопрос: как понимать, вот что-то принимаешь, какой-то рецепт, или используешь какой-то оздоровительный метод, и вот то ли это обострение болезни, то ли это кризис, улучшение, ухудшение, как, о чем судить. Я как-то на эту тему уже делал видео. Но обычно не смотрят видео, а человек зашел, сразу вопрос, а там уже более 1600 видео, более 1600 видео на разные темы, где вот эти вот вопросы уже поднимались. Ну, начнем сначала. Вот человек имеет какую-то проблему со здоровьем, в данном случае у нас. И она его досаждает. Ну, например, самое простое. Постоянно какое-то газообразование, неоформленный стул, какие-то угри, прыщи по телу идут. Вот это вот досаждает. И как узнать, куда пойдет процесс от приема тмина? То есть рекомендуется принимать тмин, который должен нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, должен нормализовать, нормально сделать газообразование. Вот. И вы принимаете тмин, и буквально таки с первых 2-3 дней можно уже судить. Ага, первым делом начинает уменьшаться газообразование. О! Значит, то, что надо. Дальше, примерно через недельку, вы чувствуете, видите, там меньше прыщей стало на коже, угрей, кожа начинает очищаться там. Это обычно через недельку, через две происходит. Косари жужжат. Я туда не пойду. Ага. Улучшается, значит, общее самочувствие, сил становится как-то больше. Вот, по этим признакам вы и судите о том, что у вас идет процесс лечения, оздоровления на основе чего-то принимаемого. И совсем другое дело, допустим, вы там что-то там попринимали такое, а у вас только расстроился желудочно-кишечный тракт, расстроился, пошли какие-то угари, пошла какая-то сыпь сил, язык обложен, и вы дальше все это дело принимаете и видите только ухудшение. Значит, о чем это говорит? О том, что неправильно. Вот прохождение кризиса, ну это особенно там на голоде, да и во время применения, вот вы начали принимать, допустим, поменяли свое питание, у вас были какие-то там заболевания,
были какие-то заболевания, вы изменили свое питание, больше овощей, больше там фруктов у вас, то есть пропорция стала примерно процентов 60, а то 70, а остальное там уже как обычно вы там питались. Смотрите, пошло. Улучшение пошло. Потом только раз обострение. Причем того заболевания, какое у вас раньше было. И вот это заболевание как бы остро только разворачивается изнутри. И буквально таки за сутки, за двое исчезает. То есть, может быть, температура подняться, может быть, там еще закрутить, замутить, что-то там заболеть. А потом хоп, и прошло. Это как раз был кризис. Вы его прошли. А вот если у вас это все начинает разворачиваться, и день так длится, два длится, три, четыре и более того, начинает еще более ухудшаться, это уже говорит о том, что вы не на те кнопки нажали. То есть вы движетесь не туда. Значит, надо остановиться, обдумать. И вообще, прежде чем что-то делать, надо понимать, на что вы будете воздействовать и примерно уже ожидать, какие реакции у вас будут происходить. Вот по таким вот признакам ориентируется. Ага, там сердце колет. Вот вы начинаете заниматься. Чувствуете улучшение. То есть воздействие на такие, как бы сказать, болезни, что ли, недомогания, которые как-то уходят плавно, незаметно, без всяких обострений. А есть совершенно иные, которые как заходят в организм через обострение, точно так же и выходят. То есть, если нет обострения, то процесс излечения, увы, не пройден. Вот, это надо понимать. Почитать, посмотреть. То есть, все это подразумевает самостоятельную работу. Есть самостоятельная работа, будет толк. Не будет, увы, ничего и не будет. Вот такие вот вещи. Доброе здоровье. Здравствуйте. Доброе здоровье. Здравствуйте. Ну, давайте не буду мешать. Давайте. Вперед. Спасибо, Господи. И вам доброе здоровье. Кто-то меня знает, кто-то меня не знает. Так, ну вот, пожалуй, с этой темой в общих чертах рассказано, в самых общих, что прежде чем что-то делать, надо понимать, что будет происходить. А когда это все делается, ну я уже повторяюсь, без учета понимания, в первую очередь понимания, то результаты, конечно, какие-то такие туманные. И если что-то случается с человеком, происходит какое-то там обострение, то сразу же возникает паника. Долечился, допринимался.
Ну и так, далее. Что еще можно добавить? Вот особенно на голоде, когда так за 3 дня, за недельку уходит голодание, особенно в начале, я помню, своей практики голодания, разворачиваются сны, которые показывают о том, ну, примерно, как там голод воздействует. Сны, конечно, такие странные. То вы в яме со змеями, то от вас отходят какие-то такие, знаете, собаки тощие, люди. Вот это говорит о том, что пошло действие на тонкоматериальном плане. И принимая даже какие-то средства, ну вот я, допустим, там одну процедуру сделал, и как я почувствовал от нее отдачу, это значит, снится сон, что вот там вяло такой ползущий змей. Этому змею я раздавливал голову. То есть вот это средство, которое я делал, оно зацепило ту, будем говорить, болячку, которая даже может быть не на физическом уровне, а может быть на тонком уровне. И об этом же я рассказывал, как из женщины во сне полезли разного рода опарыши. Добро здоровится. Полезли опарыши. И после этого здоровье начало возвращаться. То есть вот такие вот вещи. По этим, кстати же, по снам можно судить, насколько ваш организм поражен. Если снятся какие-то мрачные сны, и причем, знаете, по снам можно судить, какие именно поражения. Если кладбище, могила, мертвецы, это порча. То есть это надо совсем по-иному воздействовать на организм, чтобы все это убрать. Как бы вам сказать, знаете, вот что такое порча? Это все равно, что вокруг вас включили динамики, огромные динамики, которые издают ужасные звуки, и они вас подавляют. Но это так, чтобы вам наглядно было. Но на самом деле вы, когда идет порча, вы не видите и не слышите этого звука, но вы ощущаете вот это вот воздействие. Именно гнетущее, подавляющее ваши жизненные силы воздействие. Вот это будет порча. С отъемом энергии или с ее подавлением. Вот. И какое-то, допустим, иное заболевание там, оно будет также проявляться в виде того или иного сна. Ну, например, будут вам показывать во сне дом. Дом — это как ваше тело. Дом может быть прекрасный, светлый, в нем радостно находиться. А оно вот показывает какую-то завалюшку, либо какую-то недостроенную. Лично у меня так. Это по своим ощущениям. Ну и наконец-таки вот какие-то уже животные могут вас кусать, могут приближаться, могут еще что-нибудь там такое делать. Очень много снов связано с водой. Чистенькая светлая вода. Эх, все, значит, так как надо идет. Здоровье. Это особенно, говорю, на голоде все это так ясно идет. А если снится какая-то вода мутная, какая-то это. И, кстати,
что там в воде. Если вы видите, ну вот лично я, если я вижу в воде рыбу там какую-то необычную, такую красивую, большую, вода чистая, обычно дело идет к прибыли. Если какая-то мутная, грязная, также будут какие-то неприятности, так сказать, по всем фронтам жизни. Не обязательно со здоровьем там. Можно куда-нибудь вляпаться. Интересные сны, опять-таки, со своего опыта, это вид снега. Вид снега бывает, знаете, вы видите там сверкающие вершины, снежные, белые. И, как правило, после этого такая острая боль. Какая? Лично у меня была зубная. Ну, у некоторых может быть там еще какая-нибудь. Ну, вот это я прочувствовал, что такой удивительный сон. А после него как шарахнуло. Вот, значит, по снам это самая первая информация о том, что происходит в вашем организме. Улучшение, ухудшение. И даже иногда подсказываются те или иные средства для того, чтобы избавиться. Например, на передаче одна женщина рассказала, она была девочкой, то есть это уже пришла бабушка на передачу «Малахов плюс», и рассказала, что была гражданская война, где-то она там была в Сибири, белые отступали, и был тиф. Белые отступали через деревню, и они прямо там, люди падали, мерли, аки-мухи. И ей приснился сон, что надо взять дёготь и дёгтем, значит, намазать себе вот в ворот, намазать там калитку, ну и принимать внутрь. И вот это она сделала, и говорит наша мамка, что мы выжили, многие померли. И даже она, мол, так спасла там какого-то белого офицера, который ехал, упал, температура жал. Она говорит, выбежала и ему ложку дегтя только бац, залила. Там, когда там на утро вышли, а его нет. Вот. А через какое-то время пришла подвода с едой. То есть этот человек отблагодарил спасение. Видите, как просто бывает. Бывает такое вот вещи просто, бывает не просто, но бывает. Вот, поэтому раньше был такой журнал детский «Хочу все знать». Показывали, а вот это так работает, это сяк работает. Сейчас, увы, такого нету, что там как работает. Но зато много видео в том же интернете, на ютубе, где рассказывается о том, о сём. Вот это можно взять. Но хотелось бы, чтобы все это было растолковано, не просто рецепт. Ага, выпил там дегтя и сразу выздоровел и побежал. А за счет чего-то дегать там работает. Кстати, похвастаюсь. На передаче «Малахов плюс» я выпил столовую ложку дегтя. И знаю, что это такое. Ух! Сейчас. Лена Проклова дала мне за это подзатыльник. Такой был случай.
Хороший денек. Что там у нас, 29 июля. Пора уже на рыбалку так серьезно ездить. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!